Я всегда хотел встречаться с самой популярной девушкой, водить крутую машину и ходить в дорогой колледж. Ваша цель Йель, верно? Самая большая на свете. Но я не могу ничего позволить себе из этого. Мой дядя заплатит мне за то, что я отведу свою кузину на танцы. Я отведу твою кузину. Чё? Я отведу твою кузину на танцы. Зачем? Что ты получишь от этого? Я получу деньги, о которых идет речь, и возьму твою машину. У тебя хоть костюм есть? Тебе платят за то, что ты ведешь Дибулю на свидание. А ты знал, что Мишель Обаме заплатили, чтобы она пришла на свидание с Бараком? И посмотри, к чему это привело. Это правда? Понятия не имею, но это может быть правдой. И вот к чему я. Добрый вечер. Давай же сделаем это, чтобы поскорее закончить. Мне начинает казаться, что мы можем провести круто время сегодня вместе. Ты явно никогда не был в моей школе. Давай потрясем своим богатством. Не-не-не, да. Норм? Это твоя работа? Не. А должна быть проблемные богатенькие девочки, которым нужна пара, и из этого может выйти неплохой бизнес. Я понял, как получить те деньги, которые нужны для Еля. Я предложил свою услугу сопровождающего для всего, что нужно девушкам. Приветик. О боже, ты бы никогда. Оу. Но я сделал. Каждое свидание будет продумано. Они могут выбрать мою личность, мои интересы, буду я их слушать или наоборот болтать. И что пока что было самым странным? Мне нужно было слушать, как одна девуля говорит 4 часа подряд. И единственное, что я мог ответить, по-другому и быть не может. Ну ёб твою мать, это же идеальное свидание. По-другому и быть не может. Можешь представить, что я соберу достаточно денег для поступления в Йель и смогу встречаться с Шелби? Привет. Моя мечта сбудется. Ты ждешь, пока люди примут тебя, вместо того, чтобы принять себя самому. Ты такая сложная. Я просто играю. Раньше мы тусили вместе, но, видимо, у тебя появились новые богатенькие друзья. Я не знаю, какой версии себя мне нужно быть. Оу, она реально стрёмно танцует. Да уж, ужасно. Я был столькими людьми на протяжении этого месяца. Ковбой, ценитель искусства и ужасный друг. Пора понять, кем являюсь я и чего хочу. Какие у тебя интересы вне школы? Здоров. Обычные подростковые...